В Дагестане в образовательную систему введен новый проект «Мой Дагестан. Край, в котором я живу». Он представляет собой инновационный способ обучения краеведению, объединяющего ценности духовно-нравственного развития у первоклассников. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник. Данный проект обсуждался еще в ноябре прошлого года на заседании Совета по науке и образованию. Сейчас же он внедряется во все школы Дагестана. Отметим, что инициатором запуска этой идеи является глава региона Сергей Меликов. Активное участие в реализации проекта принял депутат Государственной Думы Бейсултан Хамзаев.